Нет, что там кричат, кто-то бежит. Я сейчас нет, долго буду. Мама, спроси про электричество, пожалуйста. Ну ладно, давай. Так, вас трое, да? Вот ваши. И вас двое, да? Спасибо. Электричество. Можно подключить? Электричество можно подключить? Сейчас все включим. Сейчас поедем. Все включим. Будет сейчас. Все мы живите на. Мам, вот электровоз, которому 60 лет. Я повезу с собой, что у меня все с телефоном. Телефон я вообще хал. Мама, это тоже вниз убила? Да, убила. Ничего не надо. Подожди, это переходный телефон, я же мне нужен. Это мне не надо. Это мне не надо. Вот это проверка. Чего проверяем? Продолжение следует...
Все электричество есть. Вижу. Ну, я тут фотоаппарат висит. Хорошо. Свалится. Упадет, конечно. Ну, некуда. Ну, некуда. Хотя, ага, нашел местечко. Мам, смотри, сортировочная горка. Алло, привет, что ты дома? Привет, ты дома? Ага. Угу, спасибо. Конечно, знаю. Алло, здрасте.
И вас тоже. Угу. Хорошо. Да, понравилось. Угу. Ну, да, 2 дня жарко было, а сегодня утром дождь был сильный. Спасибо. Давайте. Дай мне на первом вино. Да и редко тут очень много. Хочу тут поехать. Thank you.
до Кулих едете? Идем. До Игеля. Thank you.
Спасибо. А у нас где вода? Пол-литра за 200 рублей. Я тебе говорю, хватит. Значит, экономить. Угу. Ну-ну. О, там рыбак. Там рыбак. Угу. Куда зарядники положили? Thank you.
1785. Больше 10. Это получается. А, вот это... Эта машина готовка часов с 3, а 3 весь день.
спасибо.
18. Я себе включу сообщение, потом будет интересно. Да нет, я просто, я... Да.
Я
еще в школе. Сказали сейчас комедию включать. Проводник сказал, что она впервые типа на Москве была. Впервые сюда едет. А, сюда? В сторону? Ну, пусть привыкает. Пусть привыкает. Так мы привыкли, да. Открывайте кондиционер, включила. Не открывать. А то закроем на ключ. Не держит? Закрылась? Стопор отойдет ее? Ну нет, видите, ну что тут может быть? Ой, нет, не так. Надо... Надо нагибать, чтобы эти зубчики спрятались. Это почему? Кондиционер.
А что не пьешь? Чай. Я пью чай потихоньку. Я там сижу, я там. А где ты сидишь? Там холод. Где? Ясно, понятно. А, ложись наверх. Ты сейчас подойдешь? Да, хочу. Хочу. А ты? Иди наверх. Как я оденусь? Ну, чтобы жизнь надо не касаться. Поклонись свой сандал.
Thank you.
слушай, 301 кал. Это много? А это я из площади набрал? Расстояние 3,20 км. О, дофига. А почему мы бросим на него? Сон. Стресс.
Thank you.
А справлять сейчас будешь? Ах ты, гляй. Я не буду спать, наверное. О, что-то какая-то деревенька, значит, что интернет есть чуть-чуть. Надо чекать кое-что. Давай. Санкт-Петербург. Зачем мне ваш Санкт-Петербург? Ладно. Манго, манго. Ой, это не троллейбус. Это же не автобус. О, я перемещу. Ах, ну автобус. Потому что... А? Ща. Автобус.
это уже исправили? Ну, естественно. В смысле исправили? Ну, вот так выпали, по 5 минут. Ну, надо ходить через 20 минут. Что-то успею, чтобы сразу посмотреть. Окей. Дует, не дует? Что, туалеты закрыты? Туалеты открыты. Что, по-моему? Да-да, по-моему. Давай полотенце постелим. Тебе потом слезать еще. Ай, здорово. Не бери за кружку, не бери. Thank you.
Там сахар? А, ладно. А где вторая кружка? А это потому что ты залезала, я ее туда поставила все. Возьмешь к себе? Thank you.
Пока. Без вопросов говорю.